Поставщик автокресел Adient показал на мотор-шоу в Детройте, каким видит будущее пассажиров и водителя беспилотных авто. Компания построила концепт-кар, в котором поездка должна стать приятной и даже расслабляющей. В этом помогут сидения, которые легко трансформируются. Можно и немного откинуть спинку и принять полулежачее положение. Кресло переднего пассажира разворачивается на 180 градусов. В подлокотнике встроен аппарат, который следит за здоровьем. Мы подключили датчики, которые следят за сердцебиением и дыханием. В будущем они будут измерять кровяное давление и выполнять другие функции. Это станет такой дорожной мини-клиникой. В компании считают, в будущем водителям не придется следить за дорогой. Внутри автомобиля вы не будете делать ничего, связанного с вождением. Поэтому мы хотим, чтобы поездка на наших креслах помогла расслабиться. Вы знаете, что куда-то едете, и в то же время слушаете музыку и беседуете. А вот и более приземленная премьера. Американская марка Jeep демонстрирует рестайлинговый кроссовер Cherokee 2019 модельного года. Помимо обновленных оптики, решетки, радиатора и бамперов, Cherokee получил новую силовую установку – двухлитровый турбомотор мощностью более 270 лошадиных сил. В гамме остались и прежние атмосферные агрегаты. Новый Cherokee предложит выбор из трех различных двигателей с высокоэффективной девятиступенчатой трансмиссией. Она настроена для более спортивной езды, премиального удобства на дороге и впечатляющей топливной экономичности. Кроссовер также потерял в весе 90 килограммов за счет применения высокопрочных сталей и армированного пластика. Из него выполнена задняя дверь автомобиля. Точный расход топлива и цены на кроссовер компания объявит позже. Дата начала продаж обновленного Cherokee также пока неизвестна.